Привет, YouTube. Пора покушать, поужинать, если тебя это интересует. Давеча была Наташа, радость наша. Подписчица у нас есть такая, в гостях была. С какими вещами она была? С гостинцами, конечно. Вот такая пачка чачарони, южнокорейская лапша с черными ферментированными бобами. Это она нам подарила. И булгори, вот это. Булгоги. Гоги, что ты там делаешь в кустах? Насколько мне, я не знаю, это тоже рамен. Ты лучше меня знаешь канал уже, я уже не помню, была ли эта лапша на обзоре. Вот это, по моему мнению, булгоги вот это была уже. А вот у этой лапши очень интересная история. Наташа, та самая, которая радость наша, пишет мне в WhatsApp: Макс, видел такую лапшу? Я говорю, видел, Натаха, блин. Но не покупал, потому что она какими-то там паками странными продается, большими. Поэтому я не буду ее брать. Она говорит, ладно, блин, хрен с тобой. Я, говорит, найду, куплю тебе. Нашла и принесла, понимаешь, какое дело? Наташка, спасибо большое тебе. Киту тоже от души. Тот самый кит, который, блин, кит. Ну, кит. И сегодня мы с тобой возъедим чачарони вот эту. Black bean sauce ramen с черным соусом из черных бобов. Вообще, с пастой чайджан, это лапша. Чайджан — это очень известная... В Южной Корее соус безумно известный. Пожалуй, самый известный соус в Корее — чайджан. Вот этот чайджанмён. Помнишь лапшу? Вот по имени этого соуса и названа сама лапша. Чайджанмён. Чайджан — это соус из черных ферментированных бобов. А мён, ну типа рамён, рамен, рамюн. Здесь нам написано oil, оливковое масло, extra virgin. Это значит холодного выжима 100%. Халяльное. Вот смотри, если ты ее захочешь, на Озоне вот такой список большой, всяких разных, то цену выбирай на свой вкус, цену себе. Цену или цену, или ценник, или цальник. А это вот на Валборе, и здесь со всеми вещами, которые вот тут можешь посмотреть. Состав, тыры-пыры-стопыры, там все прописано тебе. Что странно, везде калории разные. Вот здесь, допустим, 340 килограмм калорий. Нет, тут 540 килограмм калорий. Теряешь догадку, что бы это могло значить. Мы и себе, и Любовь Геннадьевне, она тоже не пробовала эту лапшу. А за это, ребятки, пишите в комментариях, булгоги будем обозревать. Честно сказал, не понял, обозревать. Потому что у меня прям такое закрадывается мнение, что она была уже. Пока убираем. А вот чачарони или шашарони, мы сейчас возъедим с тобой. Если мне ни с кем не изменяет моя память, то ее на обзоре не было. Будем надеяться, что не было, но в любом случае повторение мать учения. Сейчас попробуем этот раз и сравним с тем разом, если ты хочешь найти тот раз. И насколько с годами меняется вкус и ощущение. Так, вода тут не стремит еще закипать. Пойдем пока откроем пачку и посмотрим, что она в себе для нас с тобой имеет, как всегда. Чачарони. Я тебя не обманываю. Видишь, чачарони. Очень известная паста чайджан. По крайней мере, в Южной Корее очень известная. Растопырим коробчонку. Так, сухофрукты овощные. Флейк. Такой здоровый пакет чачарони. Суп написано. И на этом все. Больше тут ничего нету. Не, есть, конечно, сама лапша есть еще. Вот так вот выглядит брикет. Вот этот сам. Пахнет обычно. Ах, хорошо закипела водичка. Сначала мелочь высыпаем. Теперь вот так. Осторожно очень. Лапша, уверен более чем, что это лапша для варки. Но я тебе показывал вот способ приготовления. Но он на буржуйском, почти на буржуйском языке. Но вся эта лапша для варки, не для заварки. Капельку водички будем оставлять. Короче говоря, так. Ты много раз видел, тысячу раз видел, как я трепихи готовлю. Целый брикет у нас еще с тобой. Этот чачарони по той же технологии готовить будем. Но воды будем оставлять минимум. Да, ее надо варить. Обязательно, она солома прям. Очень надеюсь, что структура, текстура лапши будет как у бульдака. Я же тебе сказал, что это самьянг тоже. Самьянг или самьянг или самьюнг. Так что это та же компания, что и бульдаки нам пилит. Сейчас отварим и ложки. Ну там в бульдаке 8 ложек воды надо оставлять, а мы оставим ложки. Ложек 5. Ну вот, блин, по феншую. Овощи закладываются при варке. У меня прям сердце кровью обливается потом, когда мы сливаем.
воду, и все равно там что-нибудь уплывает куда-то. Мне очень не нравится такая техника. А чичарони пакет мы маленько сейчас согреем, чтобы весь соус вылился без остатка. Опять же, техника варки бульдяка. Что-то она там стекать с краев не хочет никак. Надеюсь, выльется нормально все. Все, консистенция мне нравится. Выключаем совсем плиту. Сливая практически всю воду. Там капельку вот оставить надо. Капельку прям воды оставили, чтобы было где соус размешать. Вот чуть-чуть. И выливаем божественный пакет с чайджаном, соусом чайджан. Вот такой густющий, но не красный, как бульдак, а черный, как барака-мама. Промою также все. Не люблю раскидываться соусами. Ароматы сразу божественные полетели. Этот соус настолько же популярен, чайджан, в Южной Корее, как лауганма в Китае. Тоже из черных соевых бобов ферментированных. Все, накрываем 20 секунд с дырками внутрь. Все. Теперь мы делили апельсин. Воды даже, можешь, много оставил, как думаешь? Подписчики кормят опять. Вот, в буквальном смысле, сегодня Наташа, радость наша, кормит нас. Нищики все внизу опять остались. ЛГ мне. Ну, нормально, вот, по сути, смотри, две таких порции получилось у нас. Убираем чашку ЛГ. Вот, с соусом чайджан. С соевым соусом из ферментированных соевых бобов черных. Вот так выглядит лапша эта. Это полпорции. Капсаицин в унтере я пока портить не буду ничего, потому что у нас есть два галета вместо хлеба. Пойдем на мукбанг. Мы по традиции с тобой сначала в натуре попробуем. Я не знаю, с чем привести сравнение тем, кто не пробовал черные ферментированные бобы соевые. С чем пахнет? Пожалуй, вот ничем известно мне. Это вот только пробовать надо. Всем, кто кушает полезного аппетита, попробуем в натуре сначала. Лапша похожа, ну, почти идентична булдаку. Вот вкус ферментированных бобов и вкус лука жареного. Структура вообще очень нравится. И она сладкая. Луком пахнет, потому что я даже вижу тут что-то так подобное, похожее. Давай попробуем бульон сам черный. Его тут почти нету. Острова здесь совершенно нет, от слова совсем ничего. Я, пожалуй, с твоего позволения все-таки налью себе хорошую порцию вумтри. Я сейчас испорчу лапшу. Ну, хочу сегодня вот, да и я всегда хочу остров, блин. Хочу почувствовать три писи, три спаси. Тут от подписчиков, там от подписчиков. Тут кругом уже все от подписчиков, от вас, то бишь, от крестьян. У нас в стране простые люди простым людям помогают, у которых сами нищеброды. Никогда не слышал, чтобы какой-нибудь депутат, зажравшийся с огромной жопой, кому-то там помог где-то. Что мне делать, больше нечего? Сидят там в думе своей этой, колупаются. В ухе колупаются, сидят. И думают про народ, как народ тяжело жить. О чем же мне думать? Покуда такая ситуация в нашей стране. А надо-то не думать, надо делать что-то. Вы же слуги народа, но вы забыли, что вы слуги нафиг. Отвлекся. Вот капсаицин как-то вот так на меня влияет, интересно. Сыворотка правды. Очень похоже на чайджан-мён лапшу. Ценники, конечно, приличные. Вкусно, но мало. Но что тут можно сказать, резюмируя, подводя итоги нашего кулинарно-следственного эксперимента итоги. Лапша вкусная, потому что почему? Потому что она самян, потому и вкусная. Сама структура лапши замечательная. Потому что опять же самян, потому что это почти булдак. Очень похож на чайджан-мён лапшу. Но ту, насколько мне помнится, можно и не варить. Можно заваривать. Но лучше варить. Ту лапшу, которую можно и варить, заваривать, лучше варить. Альконе стопудово варить надо, потому что она, твою дивизию, чтобы на курдюк. Потому что она солома прям, если ее заваривать просто. Она как будто бракованная, сама лапша ничего вроде, но она как будто брак какой-то. Она вся слившаяся, она не проваривается просто в кипятке. Цена приличная, но и лапша приличная. Пачки покушать, ну, себе сосиску туда еще закинуть и мазика налить, и тушенки подсыпать, ну, можно. Наташа, радость наша, тебе от души за подгон. Подписчики кормят. Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий? Всем от души за все. За лайки, за дизлайки. Вообще за все активность, за внимание, что самое ценное. Это ж ты заходишь, ты жишь. И аж 10-15 минут отдаешь мне своей жизни, своим вниманием. Просматривая этот фигов видосик, блин. В комментариях жду.
ваши комментарии. И, сорян за тавтологию. В комментариях я жду ваши комментарии. Будем ли делать на булгоге вот эту? Она тоже самянговская, потому она, я насколько помню, она вкусная. Но я не помню, мы делали видос или я так сожрал, просто сортанил ее своим ротом и все. Я помню, что она вкусная. По-моему, даже шитаки нарисованы. Не знаю, что это за гриб. Шитаки это или нет? Нет, это не шитаки. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя и своих близких. Здоровья всем сибирского. Ну а пока-пока. Натаха, спасибо. Трем. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.